гости Дома книги, уважаемые гости вечеров встреч в Доме книги. Сегодня у нас еще одна встреча, очередная. Я думаю, что по количеству гостей понятно, что сегодня очень популярная личность у нас в гостях. Я думаю, что не стоит его отдельно представлять. Просто скажу, что у нас в гостях сегодня писатель, журналист, телерадиоведущий Дмитрий Быков. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, я ужасно рад видеть вас. Ничего нового по сравнению со вчерашним буквоедом не планируется. И еще громче. Вот, спасибо. Ну, в общем, одно я могу сказать. Автор, рассказывающий про свою книгу, выглядит всегда довольно глупо. Поэтому, если у вас есть вопросы, я готов ответить на них всегда, пожалуйста. А давайте это сразу же и сделаем, без долгих предисловий. Конечно, предпочтительнее, чтобы эти вопросы были литературного характера, потому что никаким теле- и радиоведущим я давно уже не являюсь. С тех пор, примерно, как эта профессия исчезла, я иногда на «Эхе Москвы», может быть, веду радиопрограмму, но она тоже литературная. А с телевидением я вообще никаким боком не связан, кроме маргинальной, мало кому известной программы «Колба времени» и лекции «На дожде». Вот поэтому, ну это, как вы понимаете, я покупаю себе загробное счастье, потому что все, кто работает сегодня на федеральных каналах, будут гореть в аду обязательно. И довольно долго. Спасибо. Они будут гореть, а в раю будут вот так вот аплодировать. Ведь это зрелище нам не надоест. Спасибо. В общем, если у вас есть вопрос, то вперед. Давайте все сделаем быстро, потому что в 8 приедет зеленый таксовичков и увезет меня в Пулково, потому что у меня завтра с 8 уже уроки. Спасибо. Собственно, все очень просто. Мы будем давать возможность задать вопросы. Сейчас все будет. Мы будем давать возможность задавать вопросы. У нас есть... Есть третий микрофон у нас? Да, у нас есть третий микрофон, соответственно, если вы находитесь далеко, то вам тогда микрофончик отдадим, если близко, попробуйте даже, может быть... А я не знаю, здесь Никита Елисеев? А его обещали провести и усадить, потому что с ним человек, нуждающийся в стуле. Проведите, пожалуйста, проведите Елисеева, я хочу видеть этого человека. Уважаемый Дмитрий Львович, если позволите, у меня несколько вопросов. Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы встречаетесь с нами в такой памятный день. Сегодня день рождения поэта Сергея Есенина. Вы тоже... Я не приурочил, спасибо. Спасибо. Вы тоже поэт, пишете стихи. Ну, правда, но вешаться не собираюсь. Да, но в большей степени на такую злободневную тему. Нет, вы просто мою лирику не читали, но я не в обиде. Мне кажется, масштаб вашего таланта позволяет вам создать нечто подобное божественной трагедии. Боже, боже упаси. Его изгнали, если вы помните. Вот здесь, наверное, в зале тоже присутствуют люди, которые пишут стихи, но не называют себя таким большим словом поэт. Действительно. Вот скажите, пожалуйста, по вашему мнению, в чем отличие поэта от человека, пишущего стихи? Если бы я знал этот критерий, я бы давно его сформулировал. Но его, к сожалению, не существует. Наверное, поэт – это тот, кто дает людям формулы для выражения их тайных мыслей. Вот поэт – это тот, кто говорит за вас несказанное вами. Из робости, из застенчивости иногда. Просто из банального страха перед собой, потому что формулировать же страшно. Поэт – это тот, кто дает вам формулы для описания вашей жизни. Если в эти формулы уходят в язык, перед нами поэт. Вот как было с Ильей Кормильцевым, как с вашим великим согражданином Гребенщиковым, как отчасти с Бродским, потому что уже про варюг и кровопийц слушать нельзя, а тем не менее все повторяют. И многие варюги и кровопийцы делают себе из этого, если угодно, форму защиты. Так что, пока поэт не ушел в язык, говорить о его, так сказать, высшем предназначении сложно. Как только его цитатами начинают обмениваться, значит, все в порядке.
Вы свой вопрос задали, спасибо. Теперь, пожалуйста, спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста. Да, вижу вас, молодой человек. Передайте, пожалуйста, молодому человеку микрофон. Ну, у меня пока один вопрос, надеюсь, больше не появится. Я тоже надеюсь, да, спасибо. Благодарю. Мой вопрос заключается вот в чем. Нужно ли жалеть читателя? Ведь, как сказал тот же Акуджава, ежели нашу душу смогут обожечь, но бы справедливо и милосерднее, или же правду и свои мысли нужно говорить весьма галантно, пусть и доходчиво, как, например, тот же Тургенев. Или же методы Достоевского, Андреева, Солженицына или того же Стивена Кинга, если уж ближе к современности, имеют больший эффект и большую честность. Вы меня серьезно озадачили насчет Тургенева. Понимаете, Тургенев был тактичен, действительно тактичен с читателем до известного момента. А чем позже, чем зрелее Тургенев, тем он, в общем, безжалостнее. Самый безжалостный роман, конечно, Новик. А «Синиллия», как он сам называл стихотворение в прозе, старческое, это очень жесткий текст, очень страшный. «Насекомое», в частности. А я больше вам скажу, такие тексты позднего Тургенева, например, как «Собака», это очень интересный пандан к «Муму», и это очень жестокий рассказ. А рассказ отца Алексея, это просто уже наотмашь. Поэтому, скажем так, есть категории читателей, которые иначе не поймут. Допустим, когда Петрушевская современного читателя бьет ниже пояса, это такой читатель, у которого очень сильная броня, он зажирел духовно, и для того, чтобы пробить эту броню, иногда можно нарушать конвенции. Толстой имел дело с таким читателем, и такие тексты, как «После бала», конечно, написаны за гранью, но иначе не прошибешь. Есть одна категория читателей, которую надо бить особенно сильно, это дети. Потому что дети, они здоровые, и у них огромный запас жизнелюбия и сил. И поэтому, чтобы ребенок был потрясен, тут нужен такой писатель, как Андерсон. Жестокий, андерсоновские триллеры, например, «Красные башмаки», это «Кинг отдыхает в углу». И я вам, кстати говоря, скажу, что Кинг, он вообще деликатный автор. Вы у него физиологического ужаса не найдете. Он старается все-таки играть на таинственном, а не на страшном. Вот есть замечательная формула Елены Иваницкой. Страшно – это не Стивен Кинг, а дневник Анны Франк. Понимаете? Вот. Поэтому я считаю, что некоторого читателя без запрещенного приема не пробьешь. То есть, иными словами, я с уважением отношусь писателю, который иногда выходит за грань. Вот мне говорили, что Адамович Садюга, да, Адамович Садюга, но если бы не каратели, очень многие читатели 80-х просто не знали бы, что происходит, понимаете? Хотя, конечно, я карателей не перечитываю, мне «Двух бессонных ночей» вот как вот. Но это все-таки нужно, и нужен человек, который это делал, он потому и прожил так мало, кстати. Это же мы, в общем, бьем только себе. Я стараюсь таких вещей избегать, но это потому, что я такой человек робкий. А вот таких, которые не избегают, я уважаю. Да, пожалуйста. Спасибо. Вам спасибо. Передайте, пожалуйста, вот назад микрофончик. А, в другую сторону поеду. Да как это? Ну, все да можно с места, там же слышно. Нет, слышно. Да. Добрый вечер, Дмитрий Львович. Насколько сегодня актуальна повесть Стругацких «Гадкие лебеди»? Актуальна весьма, потому что в ней впервые промелькнуло очень важное. Сегодня вообще как на подбор вопросы вот о том, о чем я думаю. Вот действительно, приедешь в Питер и поймешь, что не надо было уезжать. Видите, какая штука? Стругацкие первые показали, особенно наглядно в «Бессильных мира сего», что время утопии и антиутопии закончилось, потому что внутри каждой проективной конструкции сидит свой едозуб, который ее разрушает. Внутри каждого кружка евангелистов сидит Иуда, внутри каждого апостольского кружка, да, и внутри каждой секты сидит подрывающий ее элемент. Иными словами, вы можете построить умозрительную конструкцию.
но на пути у нее лежит, как это назвал Борис Натанович, проклятая свинья жизнь. Она может быть проклятая, а может благословенная. Но «Гадкие лебеди» впервые показали, что в конструкции, которую построят, допустим, мокрецы вместе с детьми, да, все равно в ней жить будет нельзя. И Банев скажет, не забыть бы мне вернуться. Вот в этих словах заключается вся мудрость «Гадких лебедей». А у меня была такая в свое время статья «Прекрасные утята», где я пытался как-то возразить. Понимаете, ну вот очень многие же пытались построить утопию с помощью умных детей. Я всегда сам уповаю на это. Но, к сожалению или к счастью, такая утопия, она неизбежно будет скорректирована человеческой биологией, физиологией, социологией, неважно. Утопия непостроима. Вот «Гадкие лебеди» об этом сказали. Поэтому, собственно, ну как вам сказать, сажать Навального нет никакого смысла. Потому что то, что построит Навальный, все равно будет резко отличаться от того, что он проектирует. Уже арестовали его. Проклятые, да. Вот я и говорю, они зря это сделали. Да, если меня сейчас слышат люди, которые его посадили, я бы очень хотел, чтобы его отпустили, потому что, ребята, он вам совершенно не опасен. Гораздо опаснее другие вещи. Ну, болезни, смерть, там, и тупость, которую вы насаждаете. Это я не к вам обращаюсь. Этого не надо всего. Давайте отпустим Навального. Пусть расцветают все цветы. Да. Спасибо. Следующий, пожалуйста, вопрос. Я уже слышу, что они нам отвечают. Да. Вот, жаждущая рука. Будьте добры, скажите, Дмитрий, как вы относитесь к учению Вадима Зеланда и насколько оно актуально в наше время, насколько оно метафизически сильно, и можете ли вы с чем-нибудь сравнить его, ну, допустим, с учением Иисуса Христа? Нет, не могу. Ну, освящением Дона Хуана. Когда Зеланда распнут, тогда посмотрим. Вот даст обойдется. Хотя расскажите свое мнение об этом. Никакого мнения не имею. Массовая культура кому-то помогает. Наверное, кому-то помогают и трансформеры реальности. Я ничего против этого не имею до тех пор, пока это не претендует на мою личную свободу. Хорошо, но она обладает объективной метафизической силой. Объективной метафизической силой не обладает ничто, кроме Господа Бога. Он обладает метафизической силой и может вмешаться в любую ситуацию. А зато мне кажется, что вот улучшить мое благосостояние и повысить свое, вы можете, приобретая роман «Квартал», в котором описано 90 духовных упражнений, проделав их с 15 июля по 15 октября, вы, в конце концов, примерно через месяц, получите деньги. Если вы не получили деньги, то значит, вы неправильно проделали духовные упражнения, и вы можете начать 15 июля следующего года. Приобретать нужно 3 экземпляра книги, потому что 2 из них нужно уничтожить в процессе выполнения духовных упражнений. Пройдите квартал, и Зеланд покажется вам днем вчерашним. Вы не ответили на мой вопрос. Ну хорошо. А Дон Хуан вообще перестанет. Ну хорошо. Спасибо. Я спасибо помню, большое. Я не из тех, кто может оценить Зеланда моими физическими способностями. Для этого недостаточно. Тогда я задам вопрос. Один человек, один вопрос. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста, вот там, с той стороны. Там, в конце. Один за вопрос, мои... один ответ. Нам же еще автограф-сессию проводить. Спасибо. Какой приз? У нас есть приз за вопрос от читательницы, который в сети был задан. Хорошо. Дмитрий Львович, скажите, пожалуйста, как рождаются ваши спектакли с Михаилом Ефремовым? Уже давно никак. Уже давно не рождаются. Уже все умерли. Если говорить серьезно, у нас с Ефремовым сейчас другой проект, который называется «Стихи про нас». Они рождаются очень просто. Я выбираю 20 стихотворений и комментирую их, а Ефремов читает. Это проект уже чисто культур-трейдерский. Вот весной этого года мы в Лондоне показали спектакль «Стихи 17-го года». Я отобрал 30 стихотворений 17-го года русских поэтов. Миша их прочел очень сильно, надрывно, а я также надрывно прокомментировал. Просто показалось вот все один в один, как сейчас. Черти что происходит, а поэты пишут такую ерунду. Вот, ну, великолепный спектакль получился, там Лондон валялся. Позовите нас в Петербург с этим спектаклем, и мы вам его покажем. Приезжайте к нам. Давайте, вот здесь мы его покажем, просто здесь.
Да, спасибо. Голосуй, спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Прощение, что не по литературе. У меня просто вопрос, зачем вы с Мединским решили встречаться? Ну, потому что мне показалось, что сейчас нужно разговаривать. И это был очень важный для меня разговор. Там я артикулировал то, что я думаю, он то, что думает он. Мы вообще очень давно знакомы, мы же вместе работаем. И мне показалось, что это был хороший разговор, потому что в нем прозвучала масса важных вещей. Прочтите стенограмму, вы это увидите. Но все почему-то хотели, чтобы он набил мне морду или я ему. Вот этого не будет, ребята. Рэп батл – это не моя совершенно стилистика. И я вот повторю то, что я говорил вчера в буквоеде. Я совершенно не боюсь это повторить. Есть люди, чья негативная оценка для меня является абсолютным критерием удачи. Когда-то таким критерием был Виктор Топоров, которого я не могу не назвать покойным. Но его нет больше с нами, он умер, царство ему небесное. Да? Ушел единственный критик, которому я был действительно не безразличен. И теперь осталась Ксения Ларина. Когда меня ругает Ксения Ларина, я замечаю, что все хорошо. Значит, все правильно. Ксения, если вы меня сейчас слышите, то я вас люблю. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Но вы не слышите меня, вы никогда меня не слышите. Мы тут с друзьями недавно прочитали «Дон Кихота». Вот как вам кажется, это величайший роман по праву старшинства, или в нем есть действительно какие-то вечные художественные ценности, из-за чего роман можно перечитывать и сегодня? Слушайте, ну это разговор не на один час. У Набокова есть книга-лекция о Дон Кихоте, и то не все аспекты там исчерпаны. Странствующий герой, проповедник, классический персонаж плутовского романа, все плутовские романы восходят к Евангелию, а он имеет 7 главных фундаментальных черт. Он умирает и воскресает, рядом с ним не может быть женщины, он несет, безусловно, новую доктрину, новое учение, он обязан странствовать, потому что на одном месте за один и тот же трюк могут побить, как мы знаем. У него сложные отношения с отцом, матерью или родственниками, как в случае Дон Кихота с родственниками. У него всегда есть глуповатый друг или повествователь, в нашем случае от Санчо Панса. И, наконец, эта книга всегда написана в форме пародии. Вот последняя заслуживает особенного внимания, потому что как бы на спине, на хребте пародии проще проскользнуть читательское сознание. Гамлет, между прочим, тоже пародия. Пародия на хронике Самсонова «Грамматика», где герой всех победил, а сам остался жив. А в Гамлете герой, как известно, нагромоздил гору трупов и увенчал ее собой, как вишенкой на торте. Да еще чудом успел отговорить Горацио, который тоже говорит, есть влага в кубке. А у друг какое раненое имя осталось, ну и так далее. То есть Гарри Поттер, Дон Кихот, все это христологические фигуры. Дон Кихот отличается тем, понимаете, а они же одновременно с Гамлетом написаны, он отличается тем, что это барочный роман, слишком развесистая композиция, очень много туда натыкано истории, которые появляются как матрешка, понимаете, такая очень высокая рекурсивность, когда человек рассказывает о том, как он встретил другого, тот рассказал свою историю, тот свою, потом все собрались вместе. Это антикамероновская композиция, но обратите внимание, что циничный, жестокий юмор этого однорукого автора до сих пор воспринимается с большим удовольствием. Второй том, конечно, лучше первого, там, где Санчо губернатор, вообще не оторвешься. Нет, это великий роман. Я его прочел когда-то, в общем, примерно в 9-летнем возрасте, прочел безотрывно и периодически к нему возвращаюсь, не говоря уже о том, что там очень хорошие стихи. Спасибо. Следующий вопрос. Девушка, да. Давайте дадим нет, возможность. Хорошо, давайте пусть молодой человек, а потом все-таки девушка. Дмитрий Львович, здравствуйте. Мне бы хотелось узнать, почему мнение писателей, мнение художников часто, мнение каких-либо артистов по политической ситуации в стране ценится больше, чем мнение профессионалов, то есть мнение тех, кто в ситуации действительно разбирается. Ведь чаще всего писатели, они... Ну дураки, чё? Ну,
Это грубо сказано, конечно. Конечно, грубо, но честно. Но часто они действительно не имеют представления о какой-то, политической системе общества. Никакого, да. Но почему, тем не менее, их мнение так ценно? А кто является профессионалом в политике? Ну, скажем, экономисты профессиональные. Экономисты являются профессионалами в экономике. Политика – это концентрированная общественная нравственность, не более того. Это портрет общества. И о нем должны судить на равных писатели, ассенизаторы, водители троллейбусов. Политика – дело всех. И не нужно думать, что есть какие-то профессионалы, которые могут в политике больше понимать. Люди, которые сегодня управляют Россией, настолько мелки на ее фоне, что говорить о каких-то профессионалах в этой области совершенно бессмысленно. Любой из нас, окажущийся на этом месте, не смог бы вести себя хуже. Понимаете, не смог бы, хотя тут казалось бы косо. Так что я абсолютно убежден в том, что политика – привилегия всех, как вот по замечательной формуле Ленина. Вашего тоже, значит, не скажу земляка, но он у вас тут пошерудил немного, да. В общем, я считаю, что писатели, они из тех немногих людей, кому для их работы профессионально нужна свобода. Водитель троллейбуса она не так нужна, а писателю очень нужна. Поскольку писатель имеет к свободе непосредственное касательство, иногда к нему стоит прислушиваться. Тем более, что мнение писателя, в отличие от мнения, скажем, депутата, все равно ничего не меняет. Так что вы можете быть совершенно спокойны на это все. Где девушка? Спасибо. С этой стороны девушка была, которая хотела вопрос задать. Там может быть микрофон, а что долго. Да, это вам. Давайте микрофончик. Хочется услышать девушку. Добрый вечер. Привет. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то мысли по поводу новой книги Пелевина и, быть может быть, о грядущей экранизации МПРВ? Про экранизацию я мало знаю. А про книгу у меня мнение, ощущение, точнее, ужасной неловкости. Потому что язык суконный, героев нет, действие вялое. Ну, какая-то очень такая непрофессиональная книга, несерьезная. Даже на фоне предыдущего. А что ее хвалят многие, так это понятно. Писатели начинают хвалить, когда надоедает его ругать. Это как в экономике. Знаете, кризис случается не тогда, когда есть предпосылки, а когда надоело. Вот. Так и здесь. Ну, надоело ругать Пелевина. Каждый следующий роман хуже предыдущего. Все ругают. Критику же тоже хочется выпендриться. И вот он говорит, нет, я прочел, мне понравилось. А что вам понравилось, спрашивают. Вот Анна Наринская нам отвечает. Мне понравилась глубокая мысль о том, что нет сейчас больше произведений искусства. Ну, вот Вальтер Беньямин это сказал так лет примерно 80 назад. А вот тут теперь Пелевин сказал. Давайте поаплодируем. В общем, я считаю Пелевина великим писателем, который занимается сейчас буддизмом, таким практическим буддизмом. Вот он когда-то сказал, есть буддийский способ смотреть телевизор. Он заключается в том, чтобы не смотреть телевизор. Есть буддийский способ писать прозу. Вот он сейчас этим способом занимается. Дай ему Господь здоровье. Все равно дураки платят, а ему хорошо. Это самое правильное. Спасибо. Следующий вопрос. Да, пожалуйста. Лес в руку. Передайте, пожалуйста, да микрофон. Какой там лес? Да, да. Вот с этой стороны я видел... можно сюда там... Давайте. Девушке отдайте микрофончик. Итак, здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Каждый раз, когда я говорю, что одна из моих любимых книг «Гарри Поттер», я встречаю что-то вроде громогласного закатывания глаз. И очень бы хотелось у вас узнать, так что же это такое? Клоп-клоп. Да, вот что-то такое. Это детская книга или это энциклопедия жизни, или как к этому вообще вы относитесь? Расскажите, пожалуйста. Это замечательный роман воспитания, который тоже выдержан в жанре пародии классической, прежде всего на Диккенса и на сестер Бронте. Герой обладает всеми чертами христологического типа, включая смерть и воскрешение, проблемы с отцом, отсутствие рядом с ним женщины, потому что все мы понимаем, что Джинни – это суррогат абсолютный, а Гермиона кому досталась? Рону, глупому другу, так оно всегда бывает. То есть я считаю, что Гарри Поттер – это великое художественное свершение. Я однажды видел Роулинг, точнее, я видел не саму Роулинг, а
как бы заднюю часть Роулинг, она возделывала маргаритки в своем поместье, и человек, который меня к нему подвел, сказал, что вот это она. Я говорю, а можно я ей скажу, что я очень ее люблю? Нет, это будет нарушением ее прайваси. Я нежно посмотрел на нее среди маргариток и ушел. Но если она нас сейчас слышит, а есть такая возможность, Джанки Роулинг, я очень вас люблю, вы великий писатель. Лучший писатель современный. И вот они все тоже так думают. Большое спасибо. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий Львович. Недавно прошел роман Александра Солженицына «Раковый корпус». И возник такой вопрос. Почему Александр Исаевич не позволил Костоглотову остаться в городе вместе с той девушкой, которую он любил? С местной, в смысле, вот с этой? А, да. Там обстоятельства были таковы, что он обязан был вернуться к месту ссылки, потому что действие романа происходит в 1954 году. А реабилитирован Солженицын, соответственно, Костоглотов, был в 1956. И вот ужас в том, что он уезжает, не зная, будет он там умирать или выживать. Вот это очень важно. Но ему же Вера предложила, чтобы он хотя бы один день с ним потом. Он не может, понимаете, он должен поехать туда и там отметиться. В этом проблема. Но если бы он остался с ней на один день, там бабушка надвое сказала, но очень высок шанс, что он бы сел снова. Вот в этом-то и кошмар, что Костоглотов ни секунды себе не принадлежит. У Костоглотова, если вы помните, есть 3 часа, которые он использовал как? Он пошел в зоопарк. Да? И вот именно в этом зоопарке, именно в том, что он там видит, заключена метафорическая картина его будущего. Он там видит, помните, орла? Лысого, но гордого. Вот это такой обреченный протест, мужество. Это лучшее, что написал Солженицын на сцену посещения зоопарка. Вайль и Геннис назвали это лучшим бестиарием в русской литературе. Так и есть. И вот если бы не было этого финала, если бы он остался с докторицей, уверяю вас, весь эффект романа пошел бы на смарку. Хотя ему субъективно, может быть, было бы приятно. Да? Спасибо. Дальше, пожалуйста. Да. Да. Вот сюда. А вы можете громко задать вопрос? Говорите. У меня вопрос немного грустный. Скажите, вот вы говорите о нравственности. А не видите ли вы в своих словах о том, что вы сотрудники федеральных каналов горели в аду, во-первых, что-то малохристианское, во-вторых, попахивающее большевизмом? Во-первых, ад — совершенно христианское понятие. Во-вторых, если бы это попахивало большевизмом, я предложил бы их заключить в ГУЛАГ. А я предлагаю совершенно другое. Я предлагаю им пройти через очистительный огонь нравственной муки. Нравственно подчеркиваю, да? Так что сопрячь большевиков с адом, это вы, конечно, молодец. Это достойно Мединского, я ему расскажу. Спасибо, пожалуйста. Да. Хотелось бы поздравить вас с наступающим Днем Учителя. С прошедшим, но все равно очень приятно. Спасибо. С прошедшим. Да, спасибо. 5 октября. 2. Вот воскресенье. 5. Ну, воскресенье. Первое воскресенье октября. Ну, я знаю, когда мне цветы дарят, но будем считать, что вы правы. Да. Что вы можете сказать о школьной программе литературы, учитывая последние пожелания нашего земляка Александра Глебовича Невзорова, Достоевского вообще не преподавать, преподавать вместо него читать труды Ивана Павлова, ну и так дальше. Понесло его последние годы в этом направлении. Я вчера с Александром Глебовичем делал интервью. И вот он мне сказал замечательную фразу, которую я вынес в заголовок. Метафизического тела России сегодня нет. Я ему говорю, что это ты, Сан Глебович, заговорил о метафизике? Он смутился и сказал, ну это чтобы ты понял. Вот, так что Александр Глебович один из величайших знатоков художественной литературы, которую он якобы не читает. Всегда в обществе нужен Базаров, который будет говорить, что все эти, значит, поэты менее полезны, чем один ткач. Он нужен, чтобы мы его горячо разубеждали. Вот только для этого. А сам он очень хороший. Спасибо. Дальше, пожалуйста. Там девушка. Где девушка? Вон, ручка. Туда передайте. Передайте девушке, пожалуйста, девушка, микрофон. Девушка, передайте. Девушка, поднимите руку, чтобы вас видели. Вот, с ручкой. Девушка с ручкой. Девушка с веслом, у нас девушка с ручкой. Здрасте, здравствуйте, девушка с ручкой. Здрасте. До весла я не дотягиваюсь. Нет, не можете. Дмитрий Львович, вот скажите, не знаю, почему-то никто не обсуждает ваше творчество здесь особенно. Я пришла на презентацию книги «Июнь», и открыв ее, прочитав уже 2 часа, я в очередной раз убедилась, что вы написали роман для филологов.
Спасибо. Спасибо. Я на филологу говорю спасибо. И мои преподаватели, которые постоянно анализируют, берут для анализа ваши тексты, говорят, господи, спасибо, он прям для нас пишет. Но скажите, вот... Скажите, просто для зоологов пишет невзором, но должен же просто для нас. Скажите, все-таки... Вы рассчитываете на какого читателя, который все-таки знаком просто со школьной программой или все-таки на специалиста-филолога? Нет, я рассчитываю на современного ровесника Миши Гверцмана, то есть на человека 18-20 лет, который испытывает сходные чувства, а не обязательно который читал сходные книжки. Конечно, весь изюм, который напихан в эту булку, отсюда может вычистить только человек более или менее продвинутый. Не то, что я сам продвинутый, но просто я литературу этого периода знаю. Чего-то не знаю совсем, но что-то знаю. Как ни странно, большая часть вопросов задается про одно, не про филологию. Кто тот человек, который уже в 23-м году все понял? Он там ни разу не называется по имени. Это Троцкий. Вот я совершенно этого не скрываю. Имеется в виду статья о новом курсе. 23-й год. В остальном, как правило, все считывается, и все загадки, которые я старательно загадал, щелкаются уже так второкурсниками, уверенно. Поэтому это довольно простая книга. И я, кстати, понимаю, почему вот в этом случае, случай уникальный, перевес в пользу положительных рецензий, а не в пользу отрицательных, как обычно бывает. Это потому, что эта книжка несложная, простая. Я обычно громоздил такие очень сложные конструкции, как ЖД, там, квартал. Это действительно понять трудно. А эта книжка, она совершенно понятна. Поэтому я рекомендую вам ее купить как можно быстрее и здесь же получить. В трех экземплярах. Нет, в трех экземплярах квартал. Это в двух. Один вы кому-нибудь подарите, а один оставите себе. Книга – лучший подарок. Спасибо. Тем более с автографом автора. Да, с автографом автора. Пожалуйста. Хорошо. Здравствуйте. У меня вопрос. Что насчет метамодерна? Метамодерн здесь с нами все в большом порядке, потому что постмодерн исчерпался. Постмодерн был как бы такой летаргацией, отступлением. Постмодерн – это освоение модернистских техник массовой культуры. Массовая культура благополучно освоила, как мы знаем, усложнилась достаточно, и мы стоим на пороге возвращение к этому абортированному, несчастному, прерванному модерну. Модерн ведь, как известно, в любой революции гибнет первым. Понимаете, он ее порождает, и он от нее гибнет. Потом происходит новое усложнение и новое возвращение к нему. Так что поколение тех, кому сегодня 15-20 лет, это поколение модернистов, вынужденное, потому что ничего живого больше нет. Мне Вознесенский когда-то сказал, да, я очень не люблю авангард, но ничего кроме авангарда нет. Ну, это как бы Черчилль про демократию. Поэтому я хочу вас призвать к авангардизму, к сложности, к модернизму. Человек модерна неприятный человек, потому что он живет, чтобы работать, а не наоборот. И он не испытывает предписанных эмоций, и у него проблемы с этикой, и он эгоцентрик, и он вообще сосредоточен на социальных практиках, а не на там, благотворительности, допустим, которая тоже социальная практика, но другая. Я не люблю модернистов, но кроме модернизма ничего нет. Вот скажем так. Спасибо. Так что вы на правильном пути. Еще один вопрос, пожалуйста, из зала. Да сколько хотите, у нас полно жизни. Вот там, кстати. Автограф уже 10 минут. У нас еще есть 20 минут на разговор. Здрасте. Меня не видно, но я пис. Здравствуйте. Да. Меня не видно, но я хороший. Да, поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. Хотела бы спросить, планируете вы лекции по такой книге, как «Дом в котором», потому что там довольно много тем для обсуждения, как мне кажется, этой одинокой руке. Я уже довольно много говорил об этой книге, написал о ней рецензию, но я не вижу, о чем там читать лекцию. Лекцию бы там стоило, может быть, прочесть о повествовательных техниках. Они довольно интересные, в каждой новой части новые. Но смысл там не настолько богат, чтобы делать об этом отдельную лекцию. При этом Мариан Петросян, конечно, прекрасный писатель. Но это писатель такой с немножечко фанфичной, родословной и с легкой графоманинкой. Эта книга, вот как замечательно сказал когда-то Веллер, вот «Дату Туташья» – почти шедевр.
грандиозный замысел, чуть больше профессионализма, чуть больше стилистической плотности, строгости к себе, и это был бы шедевр на все времена. Но в результате этому шедевру предстоит появиться после, а эта книга послужит для него как бы постаментом. Очень интересно, что это в общем русский Гарри Поттер, и что русский Гарри Поттер инвалид. Это очень интересная мысль, наводящая на неожиданные продолжения. Да, пожалуйста, вот хороший вопрос. В одной из передач вы рассказывали о Вита Ностро, да, рассказывает Роман Диченок, и вы тогда обронили фразу, что, прочитав эту книгу, можно поверить в Бога. Не могли бы вы объяснить, что вы имели в виду? Охотно. Эта книга не столько рассказывает историю, сколько вводит вас в состояние, в котором для вас догматы христианства становятся более понятны. Она показывает вам всю неочевидность простых вещей и всю сложность чудес, которые нас окружают. Это книга иррациональная, и она рассказывает о воспитании через чудо. А это самый христианский способ воспитания, потому что ни добром, ни злом человека воспитать нельзя. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Вон там далеко-далеко. Рука поднялась. Вон там совсем далеко, вот под учебником. Держите руку, у вас да. Дмитрий Львович, у меня вопрос о вашем романе «Икс». Насколько сложно вам было талантливо показать талант? И, в принципе, как часто вы встречаете в произведениях искусства такую ситуацию, когда автор показывает талантливость героя не косвенно, например, через восприятие окружающих персонажей, а непосредственно, убедительно показывает именно его творение, чтобы зритель или читатель верил в то, что герой талантлив. Ну, потому что мне на скидку вспоминается только несколько произведений. Это ваш роман, может быть, оперная певица из фильма «Пятый элемент» и фильм «Успех» с Филатовым. То есть насколько это известная проблема в писательском мастерстве? Я знаю только один успешный пример, вы будете смеяться, но это фильм «Ленин в Польше», где стиль мышление Ленина воспроизведен Габриловичем и Юткевичем талантливо, точно. То есть Ленин рассказывал бы о своем польском эпизоде именно так. Вот, например, Ленине в Цюрихе Солженицына, это все-таки Солженицын в Цюрихе, или, как замечательно писал Жалковский, это Бендер в Цюрихе. Это не Ленин. А вот «Ленин в Польше» – это монолог Ленина, абсолютно аутентичный, со всеми плюсами и минусами этой интересной фигуры. Других примеров, когда мышление кого? Кто? Да. Дар нет, потому что в «Даре» Годунов-Чердынцев пошляк, и он сделан пошляком нарочно, ему противопоставлен Чернышевский, похожий на мертвого Христа Гальдейна, и это роман во славу Чернышевского, а не во славу пошляка Годунова-Чердынцева, который, как всегда, маркирован у Набокова чертой людей бездуховных, а именно обильной волосатостью. Вот это всегда так бывает. Поэтому это просто наш с Елисеевым давний спор. Но, в общем, как хотите, очень трудно воспроизвести код мышления гения. Поэтому обычно, вы правы, гений показан через пустоту, которую он оставляет вокруг себя. Как Пушкину Тынягу. Пушкина нет, есть общий ужас от присутствия Пушкина или Восток. Но вот этот сценарий Габриловича мне представляется шедевром. Пересмотрите картину, вам будет очень интересно. Еще вопросы письменные у нас есть, две записочки из зала. Собираетесь ли вы в ближайшее время взять интервью Ксении Собчак? Зачем? Станет президентом, тогда уж. Нам важно ваше мнение. Долго ли вы вынашивали тему романа «Июнь»? Месяца два, потом я начал его писать, и дальше уже вынашивал в процессе. В чем отличие графомана от писателя? Как сформулировал Борис Стругацкий, графоман получает удовольствие от процесса. А Ленин графоман? Писатель не писатель. Кто? Ленин. Ленин? Не, Ленин сказал очень точно в финале «Государства революции», да, замечательный роман, в ряду «Война и мир», «Преступление и наказание», «Отцы и дети», «Государство и революция», один из моих любимых романов русской литературы. Там в финале замечательно сказано: «Гораздо интереснее проделывать революцию, чем описывать ее». Вот он любил революцию делать, а описывать найдется. Быковы всякие.
Да, Дмитрий, у нас в гостях человек, который задала вопрос сети, я уже говорил, вы, насколько я знаю, да? Наталья, ваш вопрос признан лучшим из всех, которые были присланы, потому что очень много было вопросов, которые мы перебрали. Где я? Давайте мы дадим вам возможность ваш вопрос задать прямо сейчас вот автору, глядя в глаза. Прошу. Ты кто такой? Здравствуйте. Ну, у меня вопрос все-таки по июню, потому что все-таки презентация книги. Так вот, вашу книгу анонсируют как три различных жанра. Драму, трагикомедию и конспирологическую сказку. Вот почему именно такой выбор жанров? Это рефлексия на собственный опыт, восприятие мира на разных этапах жизненного пути, или же это какое-то ощущение от конкретного вот, отрезка эпохи? Спасибо. Знаете, не боги горшки обжигают, и когда просто меня спросила редакция АСТ, с помощью какого лозунга можно было бы зазывно продать ваш роман? Я сказал, в этом романе первая часть – драма, вторая – трагифарс, а третья – конспирологическая сказка. Вот и все происхождение. На самом деле в этом романе нет ни драмы, ни романа, ни конспирологической сказки, а есть очень, по-моему, сходным образом описанная история трех людей, каждый из которых по-своему приближает катастрофу, а четвертый за все это расплачивается. Вот и все. Но, наверное, какая-то близость первой части к драме, понятно. Фарсовые элементы есть во второй, безусловно. То, что мужчина, который мечется между двумя женщинами, это всегда фарс, как это ни трагично. А конспирологическая сказка есть в истории Красташевского. Но, в принципе, вот не пугайтесь, ей-богу, это совершенно нормальный роман, без всякого привкуса чужеродных жанров. Но спасибо в любом случае за этот вопрос. Спасибо большое. И, Наталья, вот эту книгу вы можете лично из рук Дмитрия... Ну, подождите, я вам подпишу, Наташа, сидите. Она подписана, подождите. А, уже подписана? Да, я... Ваня, я... Нет. Да, это я. Как ни странно. Там написано «Счастье», Наташа. Спасибо вам большое, вы заслужили. Спасибо большое. Спасибо, Наташа, приходите к нам еще. Дмитрий, у нас, к сожалению, остается очень мало времени до приезда Зеленого Таксовичкова. Нет, у нас 5 минут. Народа большое количество. Еще два вопроса, финалик давайте зададим. Не, вы уже давали два вопроса. Пока у меня микрофон, можно я тут, я без разрешения, хорошо? Спасибо. Ну, давай. Значит, я сегодня дочитал примерно до середины июня, и у вас, как у Маркеса, на каждой странице появляется новый персонаж. Вот, ну, то есть я там начитал около 40 лет, примерно так. А каким образом выбирались фамилии под это все? Это какие-то люди, с которыми вы сводите счеты, или уже это... Да у меня нет столько людей, с которыми счет это сводить, что вы? Вы просто не знаете, наверное. Нет, знаю. Я очень вообще окружен людьми добрыми и понятливыми. Единственный пример в моей жизни, когда я вставил реальных людей в роман, это орфография. Просто те люди, которые меня окружали, пока я его писал, например, Таня Ястребова, там, руководитель лагеря в Артеке, она там сделана главой балаклавских анархистов. Но, в принципе, я никогда реальных людей никуда не вставляю. Это принцип такой, такое правило, что чем больше людей вы вставляете туда, возникнет ощущение какого-то плотного контекста жизни. А поскольку сюжет взросления – это история постепенного избавления от людей, в конце Миша Гверцман остается один. Это, чтобы он мог остаться один, они все должны с таким легким чпоканием от него по дороге отвалиться, как банки снимают. Знаете, вот это я имел в виду. Следующий. Еще один вопрос у нас есть, пожалуйста, давайте вам дадим. Спасибо. Добрый вечер, Дмитрий Львович. Скажите, на ваш взгляд, какие из современных явлений искусства имеют шанс стать культурным мемом, на ваш взгляд? Культурным чем? Мемом. Мемом? Все имеет шанс стать мемом. Чтобы стать мемом, ума не надо. Даже Карл стал мемом. И это, кстати, я очень люблю это. Я когда с сыном разговариваю, то я всегда этого Карла активно использую. Там, да, там, Андрюша, за эти штаны, которые ты так изволтузил на Селигере, там не на Селигере, а, допустим, на Соловках, я заплатил в свое время 15 тысяч. 15 тысяч, Карл! Понимаете? Вот. Это мемом. Мемом можно сказать все. Как вы относитесь к сайтам для публикаций? Вот Елисееву принадлежит очень удачная шутка. Он однажды написал про одного питерского писателя юбилейную статью.
и думал, что тот его поблагодарит. А писатель говорит, да ну, в интернете, ну что это такое, вот если бы на бумаге. А Елисеев говорит, да ну, да что на бумаге, вот хочешь, я сейчас возьму зубило и пойду на камни набью. Я действительно, я не очень, понимаете, верю в интернет. Я верю в бумагу. И, кстати, мы сейчас вот с Котовым, начальником буквоеда, обедали, и пришли к тому самому выводу. Бумага – вещь очень антропная, антропоудобная. Книгу удобно держать. Книга – метафора жизни, ясно, сколько осталось. Поэтому книга будет всегда. К сайтам отношусь плохо. Вы говорите, что современная поэзия остро социальна. Я пишу о любви. В свое время брала пример с тех, кто... Ну, понятно, да? Любовь – это тоже вещь социальная, понимаете? И мне кажется, что все, что вот я пишу политическое, это я пишу о любви. В частности, о любви к родине. А писать о розочке и косочке в наше время неинтересно. По поводу ваших суждений о политике. Селезнев по радио говорил, что когда непрофессионалы занимаются политикой, это нездоровое общество. Но в таком случае здорового общества нет. Потому что профессионалов-политиков не существует, на это не учат. Политиками становятся, да, политиками не рождаются. К тому же все, что говорит Геннадий Селезнев, вызывает у меня определенные недоверия, скажем так. Поэтому в поисках нравственного ориентира, мне кажется, вы изобрели не туда. Спасибо. Спасибо. Еще один письменный вопрос. Как вы относитесь к графу мафии, литературной мафии? Никогда ее не видел. Но если она есть, наверное, хорошо отношусь, потому что литература должна уметь защищаться. И если бы какого-нибудь из литературных критиков нашли бы однажды с его текстами во рту и с подписью «Привет от графомафии», не скажу, что я отнесся бы к этому совсем без одобрения. Это знаете, как Ленин, ваш товарищ, да, земляк, услышав о каком-нибудь удачном теракте, он радостно хлопал себя по коленке и говорил, молодцы, молодцы, пусть что-то говорит. Ну, мы, конечно, пойдем другим путем. Вот я, конечно, пойду другим путем, но если у кого-то получится, я возражать не буду. Голова Росинанта в кровати. Да. Голова Росинанта. Хорошо. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Автограф-сессия, спасибо, ура. Спасибо большое. Вот сюда.